За новогодние праздники в Алтайском крае в пожарах погибли 17 человек. Такие цифры сегодня привел на встрече с ведущими СМИ региона заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко. Он также рассказал, что не обошлось без происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Всего в крае произошло 10 аварий и порывов на теплосетях. Главная причина – изношенность систем ЖКХ, пояснил вице-премьер. Он также отметил, с начала этого года возросло количество пожаров. За две недели в огне погибли 17 человек. Главной причиной, все-таки, как мы и прогнозировали, является праздничность, настроение и, к сожалению, очень безответственное порой поведение тех людей, которые, в общем-то, и становятся жертвами таких ситуаций. Игорь Степаненко также напомнил, что еще в прошлом году губернатор Виктор Томенко поручил взять на особый контроль работу по сокращению жертв на пожарах и водоемах.